И всем привет, с вами Ростиксон. Сегодня я расскажу про NFT-бокс на бирже Gate.io. Кстати, спасибо бирже Gate.io за поддержку. NFT-бокс был создан в 2021 году. А перед этим подпишись на мой телеграм-канал, где я рассказываю, что делаю, какие монеты покупаю, какие продаю, что думаю о рынке и в чем участвую. Например, недавно мы участвовали в аирдропе, который был 100% и нужно было просто посвапать. В общем, много всего интересного, а также еще будет ссылка на телеграм-канал Gate.io. А теперь, очень интересный опрос у прохожих. Кстати, каждый из них получил сладкий приз. А ты можешь написать свой вопрос, который я задам прохожим, если он будет интересным. Привет, отвечу на пару вопросов. Привет, давай. Как ты относишься к криптовалютам? Никак, я их не знаю, что это. А ты слышала о какой-нибудь криптовалюте? О биткоинах что-то слышала. А что ты о них слышала? То, что их не могут заморозить, и это, в принципе, очень удобно. А, спасибо за ответы. Нет. На всякий случай напомню, чтобы покупать и пользоваться NFT на бирже Gate.io, нужно зарегистрироваться. А если вы еще не зарегистрированы, то ссылка в описании, подарок который идет. Скидка на торговые комиссии максимальная 20%. Итак, мы перешли на сайт биржи Gate.io, и сверху вы сможете увидеть вкладку NFT Box, ну и многое другое. Про это вы сможете посмотреть в предыдущих моих видео, а я уже снял более 8 видео о Gate.io на канале, ну, видео пролистав, или же в плейлисте Gate.io. Просто зайдя в мои плейлисты. Так, а NFT это non-fungible token, вид криптографических токенов. Если один биткоин равен одному биткоину, то с NFT это не так. Каждый NFT уникальный, если говорить простым языком. Если что, задавайте вопросы в комментарии, отвечу на каждый. Нажимаем на NFT Box, ну, когда мы уже на сайте Gate.io. Сначала мы видим популярные коллекции за 7 дней, 24 часа и 30 дней. Объем торгов. Мы можем сначала показывать самые дорогие NFT, самые дешевые и так далее. Ниже мы можем увидеть аукционы NFT, их цены. В общем, все актуальные NFT. Нажимаем на торговый рынок и видим много очень красивых NFT, которые мы можем, конечно же, купить. Но это небольшой мой совет. NFT бывают разные, хорошие и плохие, отличные. Но нужно не забывать, что каждый из этих NFT могут подешеветь. Поэтому, покупая NFT, нужно относиться к этому серьезно и понимать то, что вы можете что-то потерять. Например, с января объемы торгов NFT в общем упали на 70%. А как вы думаете, NFT еще просуществует или это все пирамида? Мне нравится технология NFT, но вот мне не совсем нравится, что NFT стало очень много. То есть очень много людей делают непонятные NFT. Я все-таки считаю, NFT это искусство, а так же как в искусстве очень много всего, но только хорошее, отличное, проверенное временем стоит дорого. Также есть и анимационные NFT, они помечены вот такой вот иконкой камерой. Также мы можем поставить другую сортировку, сначала ранее, там, побывание возрастанию цены и так далее. И слева есть блок, статус, все. Продается аукцион, в галерее и так далее. В разделе продается все NFT, которые продаются, а в разделе аукцион все NFT, которые в аукционе. Ну, в общем, по названию все понятно. Внизу есть тип, это арт, музыка и многое другое. Также ниже мы можем видеть, как мы будем оплачивать NFT. Это мы можем биткоинами, USDT и токенами GT. Кстати, у меня уже есть обзор на токен Gate токен. Так что смотрите, очень интересно. Так, вот мы выбрали себе NFT, которых на Gate.io очень много. И мы можем купить NFT или продать. В общем, возможностей у нас очень много. Также, как я уже сказал, мы можем создать свой NFT и продать его, если, конечно, кто-то купит. Когда мы нажимаем на NFT Box, мы видим предложение, в общем, торговый рынок, где мы были, официальный отбор, график популярности NFT и так далее. О них сейчас поподробнее. Официальный отбор — это официальная рекомендация Gate.io. Ну, тут также есть NFT график популярности, популярные коллекции, актуальные NFT, популярные художники и лучшие коллекционеры. Кстати, про лучших коллекционеров интересно, нигде такого не видел. Теперь к выводам. NFT Box от биржи Gate.io сделан очень хорошо. Все интуитивно понятно, куда нажимать, чтобы купить. Но как я посмотрел, мне кажется, там очень много NFT. То есть, конечно, когда такое огромное количество, бывает и посредственные NFT, бывают хорошие, средние и отличные. Тут нужно быть действительно профессионалом, выбирать действительно хорошие NFT. В общем, долго делал этот ролик. Буду
Буду благодарен за лайк и подписку, критику в комментариях. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я рассказываю, что делаю, в чем участвую, например, в каких-то аэродропах. И по ссылкам в описании вы сможете зарегистрироваться на бирже Gate.io и получить максимальную скидку на торговые комиссии. В общем, удачи и будьте аккуратны. Кстати, у вас есть NFT? У меня есть парочка NFT. Да, вот, кстати, можете их продать мне, вот. У меня лежат они без дела. Думаю, продам.